мы изобрели машину времени. Покажу оружейную лавку. Огромные мечи, пики, булавы. Сколько стоит Моргенштерн? Делать отбивную. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Привет, меня зовут сэр Влад А4. Сегодня проводится рыцарский турнир рыцаря королевства А4. Победитель получит Влад... Где мы вообще находимся? Ходятся стены огромного замка. По средневековым часам до начала турнира курсе. Я пойду в гараж. В гараж? Да. Все для того, чтобы путешествовать по королевству. Никаких мерседесов, ауди, БМВ. Для рыцарского турнира я очень хочу выиграть. Мы изобрели машину времени. Было очень затратно, но мы это сделали. Перед красная кнопка подписаться, делайте ее серой. Сейчас я вам покажу средневековый жилищный комплекс. Аумы, парковки, детские площадки, небоскребы, детская площадка. Вот мы и вошли. О, вот это вот. Давайте. У вас 3 секунды. Пишите в комментариях. Это были шкафы. Они были вот удобно. Также все было из дерева. Ну а здесь детская мебель. Смотрите вот на эту. Блин, это так неудобно. Музыка и сразу с игрушками уже внутри. Чья какая-то жесть. О, а как вам такая игрушка? Покажу оружейную лавку. Огромные мечи, пики, булавы. Турнир начинается через пару минут. Пойдемте к королю. Сергей? Ну что, мы знаем, кому достанется из этих лордов мой трон, который будет защищать меня, помогать. Ричард Бешеный Пес. Мое богатство. Челленджи, в которых вы будете получать эти монеты. Зачем нам монеты? Вы посмотрите на себя, вы выглядите, хотите тратить деньги, чтобы хоть чуть-чуть быть похожим на него. Идите за мной. Так, господин. Итак, вы умеете защищаться, поэтому сегодня вам предстоит сделать лучше. Понятно, лорд Глен? Да. Приступаем. Немножечко отойти от ребят, чтобы никто не подсматривал. Желтый, вы видите, черный, сходится? Буду изображать на щите. Я буду изображать красиво, много ярких цветов. Я буду рисовать агрессивный. Знаете, как рисует Глен? По-любому получится фигня. Там буду рисовать очень красиво. Почему агрессивное? Сразу злое лицо, чтобы он понимал, что мы здесь с ним не шутим. Будет очень красивый щит. Мне так нравится сегодняшний ролик. Что еще будет впереди? Щиты. Это прям устрашающий, мне нравится. Но тут сразу понятно. Серый. Так нажми. Бешеный пес, неси монеты. 2 монеты получает Влад А4. Получает 3 монеты. Глен. Ебо. Сейчас отправляемся в кузницу. Кузнец нашего королевства А4. Спасибо вам. И как мы знаем, придется ковать лайки самостоятельно. Лайк. Ребята, это очень интересно. Должен нагреться до красного цвета. Кобяков? Я готов. Это не так уж и просто, ребята. Ну все, мой лайк готов. Ну что, ребята, моя очередь. Здесь мы крутим, разгоняем горячо. Этим я и займусь. Я накосячил, я серьезно, честному. Здесь лайк. У меня классная задумка. Так, я готов, я обычно. И острую штуку. Зубило. Зубило. О, окалина. Кровно получается, обалдеть. Проиграл. Но, возможно, пацаны точно так же затупили. Остужаем. Да, получилось очень штрихообразно. Ну что, показывайте. Ну что, я посмотрел. Ричард, Владу А4. Одна монета. Лорд Кобяков, 3 монеты. Первое место. Ну что, веселить народ. Этот челлендж придумал мой шут. Кидать как можно выше эту бочку через себя. Кто кинет выше, тот и победил. Да, мы будем Влад А4 первый. Ну все, Кобяков не кинет. Предлагаю сразу поднять перекладину. Какая высота, бочка тяжелая. 3, получил. Я все силы потратил. Если Кобяков... перекину! Будем делить первое и второе. Я предлагаю по 2, по 2 монеты. У меня соскочило! Просто смотрите! Рука... Нет! Глеб! Давай! Тащи сюда, Ричард! 2 монеты, 1 монету.
Все равно это задание шут придумал. Тот, кто дальше всех кинет, тот и победил. Сена, вот вилы. Давайте я первый. Это далеко. Я знал, куда бросать, насколько сильно. Блин! Прикола. Я опередил тебя. Не может. Три! Эй, что, пора получать монеты. Одну монету. Глен, мне. Ну что, а сейчас у моего рыцаря Ричарда есть три лука. Я думаю, вы не тупые, понимаете суть челленджа. Ложи. Я в себе уверен максимально. Косануть. А насчет две монеты разделить? Может, все по две получим. Потому что вы мне под руку тут пищите. Пацаны, ну вы же видите, вас победить. Финбал. Посмотрите, какой у меня крутой аксессуар. Ладно, а если с этой стороны? Я не понимаю, с какой мне удобно. Итого 30 баллов. 30 баллов на один бокс. Я очень переживаю, ребята. Один балл. 5 баллов. 5 баллов есть. Я думал, я вообще ни одной. Там как бы можно пить. Там подойдем, посмотрим потом. Обсудим, обсудим. Сюда, сюда, Кобяков. 12 баллов. Обалдеть, это невозможно. Почему на той камере не было попадания? Блять. Ну все, идем, расскажешь королю. Не хочу. Давай. Давай, вообще челлендж. Король, вы все видели? Я все видел. Лен, держи. Две монеты. Я. Ладно. Все рыцари уже готовы к сражению. Ну что, вашу ловкость, реакцию на этих фруктов. Ричард будет подкидывать вам фрукты, а вы режет больше всего, тот и победил. И первый фрукт. Мимо. Ой, ну там. Ну попал. Не, ну смотри, слабо, ну не сочность. Пузики. И Ричард. По верхушечке. Я соглашусь с лордами. Ричард, ну, Ричард. Чуть не попал. 5,5 очков у Кобякова. Посмотри сюда. Да блин. Епу. Вот, давай. Просто. Это же Fruit Ninja. Все играли же во Fruit Ninja. Есть такие? Напишите в комменты, если есть. Так, сколько у меня... Так, у меня 8 баллов. 9 очков. 9 баллов. О, понятно. О, что снял? Ананас. 4 балла. Подожди. Попил? Да. Так, попал, попал. Вау, было. Ну что, у тебя первое место. Мои монетки. Одну монетку. Кобяков, кошелек Глента. Ну что, пора настоящее сражение против щита. Остались монеты? Конечно, конечно, конечно. Вот у меня. Покупаем доспехи и оружие. Я уже вижу, что я хочу. У кого сколько денег вообще? Сколько стоит Моргенштерн? 4, 5 монет. Мне не хватит на шлем. Зачем топор двуручный? Так, а я... Ричард, я покупаю топор. Вот, пожалуйста. Наверное, я возьму. А сколько вот это стоит? Можно за 4? Пожалуйста. Ну, я так старался сегодня. Остальное тратим на доспехи. Пришли. Помните, у каждого есть по 5 ударов. Мало урона, Глен. Я стараюсь. Она очень тяжелая, острая. Боец, оцени. Соглашусь. Ого. Ничего не произошло. Ну что, что-то есть. Пацаны, есть шанс, потому что смотрите, делать из этого щита отбивную. О, пробил! Смотрите. Я скажу так. Супер. Ну что, лорды, всегда нужны, поэтому я вас буду сейчас посвящать. Клоните колено. Ричард, помоги мне пока. Силую Ютуба... хранителями подписок. Поздравляю, теперь вы рыцари, а теперь пир! Это был безумный день. Давайте поставить нам лайк. Ну а с вами был я, Глент, рыцарь. До встречи в новых видео. Пока-пока.